Первокурсники кадетской школы приняли присягу в канун Дня государственности. На площади Ленина в Якутске прошло значимое событие для ребят первого года обучения, их родных и близких. После гимна страны и республики, выстроившись в колонны, ребята дружно произносили обещание сделать все, чтобы стать настоящими кадетами и будущими защитниками Отечества. 43 студента торжественно поклялись соблюдать устав кадетской школы, подчиняться приказам командиров и прилежно учиться. Есть какие-то некоторые нюансы, которые мы добавили. Скажем, в этом году у нас 11-классники будут изучать автодело, получать права категории «Б». Вот. И добавлены ряд предметов эстетической направленности, правового просвещения. Но в целом кардинально у нас учебный процесс все-таки не меняется.